Тук-тук-тук! Доставку белорусского гостеприимства заказывали? Опять за деньгами приехал. Бинго! Мне, как обычно, полный рюкзачок. Я пока к тебе летел чартерным плацкартом, прикинув ус к носу и понял, что бабки, которые за нас голосуют, не вечные. Надо идти у ногу со временем. Ну, хотя бы одной, которая вся рабочая. И захватить весь интернет до последнего мегабайта. А что? Мне идея нравится. Нравится, не нравится, электорат состарится. У Ютубе сейчас вся движуха. Надо целиться на молодежь и бомбить. Целиться и бомбить. Знаешь, какие слова меня заводят. Значит, заходим на Ютуб и захватываем чужие аудитории. Да, все как ты любишь. Ютуб наш. Хай-хай, усами помахай. Ставьте лай и поднимайте вой. Подписывайтесь, если хотите. Идите в церковь, жмите на колокольчик. А у нас распаковка. А на обзоре у нас главный гаджет России. Чемодан с красной кнопкой. Уже не терпится протестировать. Сука, походу мой чемоданчик перепутали. Не переживай, я никому не скажу, в каком состоянии рука Кремля. Йоу! Усем свертухи, привитухи. И шо вчера я был отодранник с Беларуси, а сегодня меня зовут Саша А4. Хотя, подождите. Ошибся. Меня зовут Саша А5. Сроков уже президент. Или, как говорят в Беларуси после выборов, А5 Саша. А это мой напарник Вова Рюрик. Тоже А5 сроков уже президент. Йо-йо-йо-йо. И сегодня у нас челлендж. Попытаемся прожить 24 часа на прожиточный минимум россиян. Ну, мы, конечно, крейзи. Мой шок у шоке. Я думал, мы будем Ролтон в ипотеку брать. А тут прожиточный максимум какой-то. И главное, все честно и без подтасовок. Как обычно, было сказано прожить 24 часа на прожиточный минимум россиян. Ага, так у всех же россиян. Ни одного. Какие маленькие детали, а какие большие последствия. 20 лет работает. А сфоткай меня с суши. На заставку телефона поставлю. С вами народные делители территорий. И давно уже неясно понимающие знахари. Последние 20 лет мы занимались хиромантией. Чистили карму и бюджет. Пришло время заглянуть в будущее. Я с собой как раз карты привез. Слышь ты, минский астролопитек. Я не понял, где Крым наш? За этот Крым ваш, вот такой геморрой у нас. Так, все, уходи. У меня сейчас будет контакт с Богданом Хмельницким. Он мне будет свои документы надиктовывать. Законтачили на всю пляшевую голову. Путин травит муть, муть травит Путин. Короче, погнали. Блиц. Блядь. Григорич. Сколько ты им зарабатываешь? Кто дрочив? Я не дрочив. То рука застряла у кармане. Или что ты спрашивал? Я просто к этому вопросу готовился. Скажи, сколько ты зарабатываешь? А, сколько ты даешь, сколько я зарабатываю. Володь, нормальные вопросы задавай, что ты дрочишь? Давай! Путин травит муть, муть травит Путин. Это политический АСМР. Сейчас два неприятных диктатора будут вам приятно ездить по ушам. Батька, вечный президент Беларуси, кресло лукашенковское никому не отдам. Только мои булочки будут его греть. Ням-ням. А сейчас будем чистить белорусскую карму. Путин, не хуйло. Все идет по плану. Я не целую ни
животы. Они мне их сами под губы подставляют. И нет у меня никаких двойников. Я просто разный. Володя, с тебя, конечно, такой же СМРщик, как с Кадырова фитоняшка. Только зря маникюр друг дружке весь вечер делали. Короче, заканчиваю. Ну что там, молодежь? Кринж, лол, рофл, буллинг, кремлинг. Володь, ты как на интервью со своей историей. Куда попало датами пуляешь? Почитаем комментарии. Пыня и пюрешка надеются, что будут еще 100-500 лет у власти. Ржу не могу. Поставлю лайк только на вашей могиле. О, клоуны, и тут себе подписчиков накрутили. Чекаємо вашого стриму з Гааги. Слава Україні! Героям слава! Батька наш, Бандера! Чи ти ділиш? Що? З фоловерами общаюсь, активність повишаю. Так, все, хорош з мене цієї демократії. 5 хвилин правди за 20 років – слишком много для неподготовленого диктатора. Заканчую. Сьогодні ми торжественно перерізаємо загнивающий кабель Запада. Потому что все новое – это хорошо забытое старое. А все старое – это хорошо, что это мы. Так что I'll be back у скрепы.